Господи, боже мой. Это что? Валун, наверное, на хвосте. Это что? Шерсти кусок, Валя. Гнилой. Ой, боже ты мой. Там так. Что, кровь, что ли? Или что? Лил какой-то. Нет, здесь... Трава. Держи сразу шею. Да, держи. Просто ему здесь... Глянь. И палки. И... Господи, бедный. Да что же это такое-то? Тихо, деточка. Смотри, проволока. Это хвост. Где хвост? На хвосту. Вот это хвост. Так, он запутан в корнях каких-то и проволоке. Боже ты мой. Я не знаю, в чем он. Наташа, его срочно обстригать. Вот это надо отрезать сегодня прям. Вообще в ужасном состоянии. Так, это ужас. Я не перелом знаю, что у него это. Вот, походу. Тихо, Таня. Сейчас. Вот это все завтра. Это надо отрезать сейчас, потому что это очень мокрое. И оно все в палках. И оно все... Ой, господи. Так, это ужасно. Знаешь, что сделаем сейчас? Мы его сейчас без одеяла, одеяло очень мокрое. Хотя нет, слушай, давай на этом одеяле обстригем сейчас чуть-чуть, а потом переложим его. Так. Миш, первое видео выключай. Мы сейчас